И еще. По телевидению передавали новую дезинформацию, что якобы сегодня пришел ответ из Объединенной Европы относительно того, что в электронных тавтотитах, то есть паспортах нового типа, не разрешается даже добровольно указывать свое вероисповедание. Это ложь, гнусная ложь. Нас уверяют, что прежние паспорта, где указывается вероисповедание, были нам навязаны Германией в 1942 году с целью выявления лиц еврейской национальности. Это тоже ложь. Достоверно известно, что эти тавтотиты, то есть паспорта, существовали с 1914 года. Да и зачем нужно было немцам в 1942 году навязывать такие тавтотиты только в Греции? И почему не поступили они подобным образом в других оккупированных странах Европы, чтобы не могли укрыться евреи? Как же тогда объяснить тот факт, что во время войны столько евреев нашли себе убежище именно в Греции, а не стали спасаться бегством из нее? Скажу вам прямо, что многие евреи, и они не скрывают этого, спаслись из Греции благодаря этим тавтотитам, то есть паспортам, в которых они скрыли свое вероисповедание под словами «православный христианин». А помогли им в этом преснопамятный архиепископ Афинский Дамаскин и главный начальник полиции Ангел Эверт, отец нынешнего политического деятеля Мильтиада Эверта. Эти двое, идя на явный риск, меняли тавтотиты лицам еврейской национальности, записывая в графе вероисповедания «православный христианин». Так спаслись тысячи евреев в Греции. Что же касается притеснения иноверных и антисемитизма, то Греция за всю свою историю не имела таких понятий, как расизм и антисемитизм. Мы, православные, всегда стояли на защите слабых. И пусть что угодно говорит закон, если народ не принимает и не соглашается ни один или двое, а тысячи и миллионы, тогда законы отходят на задний план. Голос и совесть народа имеют приоритет. Мы не народная масса, а народ Божий. И в другом месте сказал, когда дело касается нашей веры, то мы становимся львами. Коснулся блаженнейший и электронных пакетов, то есть досье, посредством которых государственные народные тайны продают кому угодно. Говорил он также о том, что скоро, находясь в укромном месте по естественной нужде, мы не будем предоставлены сами себе, а будем под четким надзором. Блаженнейший напомнил верующим слова святого Косьмы Этулийского. «Никто не сможет отнять у вас Христа и вашей Родины, если только сами не пренебрежете ими, если только сами не откажетесь от них». В самом конце блаженнейший архиепископ призвал народы спеть «Взбранный воеводе» и национальный гимн Греции. В очень умилительной атмосфере, с просветленными лицами, все вместе поют и крестятся. Когда весь народ дружно запел свой излюбленный кандак нашей теплой заступнице, выпустили множество белых голубей, символ Духа Святого и мира. «Аксиос, Аксиос!» – кричали люди. «Мы любим вас, очень сильно любим!» Блаженнейший благословил всех собравшихся. Тихая радость мягко светится в их глазах, а на лицах отразилось чувство радостного удовлетворения и бесконечного счастья. На этом собрание верных закончилось. Председатель собрания всех попросил тихо и мирно разойтись. За все время собрания, да и после него, несмотря на миллионные скопления народа, не произошло ни одного происшествия. Только двоим в толпе из-за невыносимой жары стало плохо, но люди им сразу же оказали помощь. Это собрание не было стихийным, к нему усердно готовились в течение 3 дней и, как видно, хорошо потрудились во славу Божию. В воскресенье, 11 июня, день празднования памяти святых отцов Первого Вселенского Собора, во время богослужения во всех храмах богохранимого города Фессалоники, священники зачитывали своим прихожанам обращение Священного Синода Элладской Церкви и блаженнейшего архиепископа Афинского господина Христодула, в котором объяснялось верным истинное положение дел и последствия предпринимаемых правительством шагов. Заканчивалось обращение призывом прийти на собрание. Также всем раздавали 3 номера церковной газеты «Голос к народу», номера 24, 25 и 26, в которых подробно и обстоятельно говорилось о происходящих событиях и о взгляде церкви на это. В
понедельник, 12 июня, повсюду были развешаны объявления. Все три дня, понедельник, вторник, среда, по городу ездили машины метрополии, из которых доносилось объявление о предстоящем собрании. В центре города, как во время предвыборной кампании, стояли столики и специально для этого назначенные люди раздавали проходящим обращение к народу. Во вторник во всех храмах города были отслужены специально по этому поводу божественные литургии. А вечером с 19 по 22 в здании Солунского университета была проведена конференция на тему «Новые тавтотиты», то есть паспорта удостоверения, обсуждения и перспективы, на которой выступили митрополит Филиппийский господин Прокопий, протопресвитер Феодорос Зисис, монах Арсений, члены парламента Стелианос Папатемелис и Евгений Хайтидис. Все эти дни не дремал и враг человечества. В средствах массовой информации, искажая события, пытались навязать людям противоположное мнение. Различные политические деятели выступали с обвинениями против блаженнейшего, говоря, что он якобы посягает на их власть. В газетах, помимо гнусных статей, печатали не менее гнусные карикатуры на блаженнейшего. К ним-то и относились слова блаженнейшего. Нет другого собрания, которое было бы так же сильно оклеветано, как это. Отверзли скверные уста свои и изрыгают яды. Видно, правительство и журналисты, идя на явный обман и клевету, хорошо себе усвоили урок политического деятеля и писателя Макиавелли, который считал, что для достижения цели все средства хороши. Церковный листок, православное приглашение, так отразил эти события. Все произошло так внезапно и быстро, словно правительство старалось застать врасплох своих граждан. Никого ни о чем не оповестили. Напротив, всячески старались заглушить голоса тех, кто выразил протест против их решения, поливая грязью и клеветой тех православных христиан, которые в течение 15 лет смело и мужественно боролись против этого решения. Древний змий, искуситель, поднял свою главу, чтобы вызвать на бой само небо. Но Бог поругаем не бывает, и на таких исполняется проклятие на дьявола, которое произнес Господь, и будешь ты ползать на чреве твоем и питаться прахом земли, будешь уязвлять в пяту и будешь поражен во главу. Наша православная церковь в течение 2000 лет шествует, преодолевая многие трудности и соблазны, малые и великие, которые она, казалось бы, не в силах должна была перенести. Но жив Господь наш, испытания должны привести нас к еще более усердным молитвам, более глубокому покаянию, к твердому исповеданию нашей веры, даже если это будет нам стоить жизни, подготовить нас к принятию мученичества за Христа. И так встанем и мы в полный рост, и не позволим убить в нас нашу веру и совесть. Что получили от апостолов, то передадим и нашим детям. Мы знаем, откуда мы и куда должны пойти. Мы знаем цель нашего земного существования. Мы с вами принадлежим Церкви Христовой и твердо верим, врата адова не одолеют ее. С течением времени все испытания и соблазны останутся позади. Раны залечатся, церковь выйдет из огня испытаний, очищенная, как золото, и сияющая своей красотой, и останется такой навеки, пишет церковная газета «Голос к народу» за номером 24. Господь сказал: «Мире скорбны будете, но дерзайте, я победил мир». Иоанн, 16 глава, 33 стих. И еще: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марк, 8 глава, 35 стих. Люди полностью положились на волю Божию, потому-то и прошло это собрание как триумф православия. Дорогие слушатели, ровно через неделю подобное собрание состоялось в Афинах в
котором приняли участие более 1,5 миллиона человек. Блаженнейший архиепископ Финский бесстрашно обличил правительство беззаконных против народа, призвал еще раз пересмотреть вопрос по поводу введения новых паспортов. В противном случае, заявил блаженнейший, мы, то есть церковь, будем собирать подписи и наберем миллионы подписей, так как православный народ Греции не желает терять свободу и стать вместо человека номером. Какое отношение все это имеет к нам, то есть русским, могут спросить некоторые. У греков есть проблема Шенгена, и церковь там государственная, а у нас в России все другое. На самом деле у нас, то есть русских с греками, много общего, и в этом вопросе тоже. То, что систему электронных карточек удостоверений собираются внедрять и у нас на Руси, несомненный факт. То, что это дело окружено покровом глубокой тайны, очень напоминает Шенген. То, что деньги на карточке москвича поступают из Баварии, тоже говорит о многом. В Баварии очень сильно католическое влияние и партия Христианско-демократический союз, которая была у власти в Германии, когда подписывалось Шенгенское соглашение, имеет в Баварии свой особый филиал Христианско-социальный союз. Так что мы вполне можем быть уверены, что у нас на Руси будет внедряться система тоталитарного контроля наподобие шенгенской. К тому же именно это нам обещал московский комсомолец газета. Смотри упомянутую в бюллетене статью от 4.11.98 года. Мы также можем ожидать, что эту систему будет использовать Ватикан для усиления своего давления на русское православие. Да и секты не побрезгуют хотя бы на местах употребить такое удобное средство к своим, в своих целях. Так что у нас, православных, возникнут новые проблемы, и причем не только в Москве, так как ясно, что эксперимент московской мэрии распространят и на периферию. Вполне ясно, наконец, что наши электронные карточки удостоверения будут содержать символ Антихриста номер 666, поскольку вся эта система заимствуется нами у Запада. Таким образом, все те 5 пунктов возражений против системы электронных карточек, которые мы сформулировали на основании греческих источников, вполне применимы и к нам, россиянам. В заключение хочется пожелать нашему православному русскому народу, чтобы из опыта православных греков мы извлекли пользу для себя, чтобы проблема электронных карточек получила и у нас при помощи благодати Божьей здравое и благоразумное решение, чуждое обеих крайностей, ненужной паники и преступного безразличия. Дорогие слушатели, сегодня 26 июня 2000 года. Когда я записываю эту кассету, а в Афинах тем временем заседает Священный Синод Православной Хеллатской Церкви. Какое примет решение Синод, мы узнаем, и я постараюсь обо всем оповестить вас. Призываю всех усугубить покаяние и святые молитвы, чтобы всемилостивый Господь вразумил и помиловал всех нас. Аминь. Ring, 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 ring.